ГИБДД выпустила новые разъяснения по поводу автомобилей, зарегистрированных за границей, в частности в Республике Армения. Инспекция вновь подтвердила, что послаблений не будет, и всем россиянам, которые владеют автомобилями на армянском учете, надо срочно получать номера Российской Федерации. По закону на получение российских номеров владельцу машины дается 10 дней. Этот срок отсчитывается либо от даты временного ввоза, либо от факта приобретения прав собственности. В противном случае транспортное средство будет задержано, а водитель и собственник получат штрафы. Единственное исключение делается для участников так называемого международного движения, то есть когда транспортное средство принадлежит человеку, имеющему постоянное место жительства вне России. Правда, может ли россиянин управлять таким авто по доверенности, не уточняется. Зато точно говорится, что инспекторы ДПС теперь и всегда будут пристально обращать внимание на машины из Армении, Беларуси и других стран. Это значит, что дело не ограничится большой облавой, которая прошедшим летом так напугала любителей экономить на таможенных пошлинах. Продажи новых автомобилей вышли на показатели прошлого года. Так, лидеры рынка Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda нарастили объемы от 7 до 29%. И только Lada провалила последний месяц лета. По данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры отечественного бренда передали клиентам машин на 5% меньше, чем годом ранее. Что касается моделей, то взрывной спрос возник вокруг Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Hyundai Creta. Последнюю стали покупать на треть лучше прежнего, а Polo и Rapid — на две трети. Кроме того, в список бестселлеров российского рынка ворвались кроссовер Kia Seltos и фургон Lada Largus. Притом тираж последнего разом вырос вдвое. Чтобы купить автомобиль, россиянам пришлось брать кредиты. В июле банки выдали более 82 тысяч автокредитов на общую сумму 64 миллиарда рублей. И это новый рекорд для нашей страны. В месячном выражении рост кредитования составил 15%, а объем разом подскочил на 19%, подсчитало бюро кредитных историй Equifax.